Доброго времени суток. Мы едем в магазин Nissan. Отметим эту машинку. У нее выскакивает проблемка, так как она на гарантии в Nissan. Вот сейчас поедем и мы дадим. Пусть устраняют проблемку. Вот, пожалуйста, магазин Nissan. Магазин Fiat вместе. Следующая Toyota. Эти машинки на продажу. Бэушные, новые, какие хотите. Видите, здесь Fiat, MG, а с этой стороны Nissan. Ну, мы сейчас на стороне Nissan. Видите, машин всяких разных. Это с этой стороны новые. Вот это, например, видите, почти 16 тысяч. Там тоже это почти, 12 244. Ну, вот так примерно. Эту мы оставляем, пусть проверяют. А эту нам сейчас дали взамен кататься, пока не приведут в порядок ту. Вот та конец прошлого года, а это новенькая этого года. Так примерно тут и выглядит. Там Fiat. Видите, цены на Fiat. Это бэушный Fiat. Это 7500, это 16 года. Это новенькая. Ну, вот так примерно. Как я вам говорила, пока ремонтируют ту, нам дали эту. Видите, это... У этой пробег 601 миля. Так, выезжаем отсюда. И сейчас, видите, темное здание с номерами. Это склады. Склады магазина Topshop. Там получается Topshop, Topman. Это одежда. Он очень большой, этот склад. Ну все, едем дальше. Видите, у нас уже тоже осень. Пожарники. Где есть листья, где нет уже листьев. Сейчас рано еще. Еще 10 утра нет. Зайдется, потом пойду погуляю. Так, а здесь у нас шопинг-центр нашего, ну как, нашего района. И здесь большой футбольный стадион. И в стадионе у нас отель Hilton. Там есть номера, которые выходят окнами прямо на стадион, когда игры. Вот такие домики в нашем районе. У нас район старый, как я уже говорила прежде, с этого района начали строить наш город. Повернули, здесь уже индустриальная зона. Муж идет на работу. Здесь наша фирма. А я поехала дальше. Приехали мы погулять на озеро Калдекот. Здесь у нас клуб нашего города по водным видам спорта. О, какой красавчик прилетел, сел. Он пролетел мимо нас и опять встал. О! Сейчас мы ему хлеба дадим, посмотрим, что он скажет. Эксперимент. Да! Не дурак. Видишь, что в руках несем? Какой он прям весь блестит. Все, пошли дальше. Вот от ветра как сломалось дерево. И с той стороны, видите, аж напополам. Дуб еще весь в листьях. Красавец какой. Thank you.
вот народ уже спортом занимается. О, тинейджеров нашли. Булочки им принесли. О! Они уже и выйти готовы. Все, вся семья в сборе, все пятером. Семером, пятером. Все семь, пять детей. Все. Дерутся. Ну, вся семья. Пять детей, мама с папой. Это те, которых мы весной снимали, которые вылупились когда? Не помню, карантин был тоже. О, не пускает. Ладно, дальше пошли. Так прошло наше утро 24 ноября. Все, по домам. Смотрите, какое небо сегодня красивое. Обалдеть, какие цвета. Сейчас время 5 вечера. Очень красиво, прям как картина.